Свою лепту в подготовку к майским праздникам внесли и тверские профсоюзы. Они традиционно принимают участие в митингах, демонстрациях, праздничных концертах и забегах. В этом году некоторые члены этой организации встретят День весны и труда в дороге за рулем. Тверская область присоединилась к всероссийскому автопробегу в поддержку российской армии и политики президента. Главный девиз мероприятия – «За мир, за труд, за май, за мир без нацизма». Символично, что в Твери праздничный митинг состоялся 28 апреля, в День охраны труда. Профсоюзы автомобилистов собрались в сквере на проспекте Ленина. Организаторы Федерации профсоюзов рассказывают, что митинг выражает поддержку российской военной спецоперации на Украине, политики президента и мира без нацизма. Далее автоколонна отправилась в путь. Тверские участники акции преодолеют более 360 километров и прибудут в город Тулу, который является отправной точкой пробега, как Хабаровск, Пятигорск, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург. 1 мая участники акции приедут на Красную площадь в Москву, а затем объединенной колонной стартуют в направлении города-героя Волгограда, где встретят День Победы.